Меня зовут Алина Валеева. Мне 9 лет. Я приехала из города Часового. На этом конкурсе я пою песню, которая называется «Мама». Это веселая и грустная песня. Эту песню я учу 2 месяца. Я люблю рисовать и лепить. На уроке лепки я люблю всяких животных. Может быть, там еще полянку с цветочками. У меня в школе есть любимые предметы. Окружающий мир. На этом предмете мы изучаем природу. Больше всего гулять я люблю в парке. Мой любимый, самый любимый друг Анюта. Анюта, передаю тебе привет. Больше всего в мире я люблю ей сладости. На этом конкурсе я участвую первый раз. Чтобы добиться успеха, нужно очень долго заниматься. Всем участникам конкурса я желаю победы. И себе я тоже желаю победы. Я целую твои руки, моя родная. Ты нежнее всего на свете, я точно знаю. В мире нет тебя дороже, в моем ты сердце. Обними меня покрепче, хочу согреться. Только ты всегда поддержишь и успокоишь, и от зависти и злости меня укроешь. Ей бы тебя, ты ангел, тобой живу я, с благодарностью.